Всем привет, продолжаем гулять по Стокгольму. Хочу показать вам памятник Раулю Валенбергу, шведскому дипломату, который спас во время Холокоста тысячи евреев. Памятник был установлен в Стокгольме 24 августа 2006 года рядом с Большой Синагогой. И в своей речи по поводу открытия памятника король Швеции Карл Густав VI сказал, что Рауль Валенберг – это символ, образец для всех, желающих жить как люди. Генеральный секретарь Кофи Аннан также присутствовал на этой церемонии. Автор – датчанка Артвет Кирстин. Шар, на котором надпись на многих языках. Примерно такой перевод. Дорога была прямой, когда увозили евреев, чтобы их убить. Дорога была кривой, опасной и полной препятствий, когда евреи пытались убежать от убийц. Здесь вычищены имена Аарона Исаака, основателя первой еврейской общины в Швеции. Говоря о Валенберге, можно сказать, что он из рода финансовых магнатов. Перед войной он жил в Палестине, работал в банке. В 1944 году шведское правительство направило молодого дипломата в Венгрию и поручило изучить положение евреев. А к тому времени из Венгрии было уже вывезено и уничтожено в Польше более 500 000 представителей неугодной для Гитлера нации. И он придумал, как вывозить евреев. Он выдавал несчастным «Шутспас» – это спасительный документ, который действовал, в общем, на немцев действительно магически. Он был заполнен на нескольких языках, что-то типа паспорта, имел шведский герб, несколько печатей и защищал своих обладателей от депортации. В Будапеште он скупал дома, якобы для шведской миссии, но селил туда тысячи евреев с новыми документами. В общем, таким образом, рискуя собственной безопасностью, он спас десятки тысяч жизней. Очень знаменитый человек. Кстати, в январе 45 года СМЕРШ арестовал Валенберга, вывез в Советский Союз. До 47 года он находился, по некоторым данным, в Москве на Лубянке, а дальнейшая судьба его неизвестна. Такая вот судьба у человека, который вывез тысячи евреев, спас их от смерти. Он почетный гражданин Канады, США, Израиля, Венгрии. Кстати, в Америке отмечают День Валенберга, в Канаде тоже. Ну вот такой памятник находится в Швеции, в городе Стокгольм. Памятник Раулю Валенбергу, шведскому дипломату, который спас во время Холокоста тысячи евреев. Все, всем пока, всем привет, пока-пока, до свидания.